Ребята, а это совершенно новая Audi Q5. Здесь 2 литра турбо. Здесь уже идет стейдж 1, который владелец сделал. И под него мы дорабатываем звук выхлопа. Здесь стояли штатные накладки пластиковые. Владелец привез карбоновые насадки. Они очень огненно встали туда, прям как родные, как надо. И здесь мы доработали выхлопную систему практически всю. Единственное, что мы не трогали, это первую часть глушителя, а именно то место, где находится катализатор. Собственно, удалили все резонаторы, поставили заслон. Поставили специальный резонатор, который избавляет от гула в салоне. Очень много тестировали эту машину с владельцем вот прям с утра. Сейчас уже 7 часов вечера. Мы ее оттестировали. Тестировали, пришли, ну, мне кажется, к такому очень хорошему варианту. Хорошему варианту, который вы сейчас тоже услышите. Владелец с нами и согласился небольшой отзыв оставить и обратную связь, в принципе, по нашей работе. Дим, расскажи, пожалуйста, ты за всем процессом наблюдал, все слышал. Расскажи поэтапно свои эмоции, что не нравилось, да, изначально в звуке, что поэтапно мы дорабатывали и как в итоге в целом получилось. Ну, изначально, я думаю, как и любому человеку, который к вам приезжает, не нравилось то, что машина тихая, хотя идеология ее именно в этом и заключается. То есть автомобиль изначально, наверное, проектировался, изобретался как более такой семейный, городской, неприметный и так далее. Но не про меня, не про эту машину это все. Поэтому вот, собственно, я к вам приехал на доработку выхлопа. Сколько мы раз, итераций, так скажем, этапов с тобой сейчас прошли? Таких чисел еще не придумали. Сначала как было, да, там резонанс был, да, который вообще не нравился? Да, был гул, была вибрация по салону. И был тиховатый выхлоп. Да, второй раз мы выезжали, он был тиховатый. Чуть-чуть громче стока, что, в принципе, не устраивало по большей степени. На спорте. Сейчас я могу сказать, это прям золотой стандарт, наверное, который мы для этих машин специально для вас, владельцев Audi Q5, кто ездит на таких классных машинах, уже сделали, да. И единственное, что мы не трогали, это катализатор, который здесь остался штатным. Но это уже отдельная тема. Мы когда разговаривали с тобой, у тебя в планах получается кулек, возможно, пайп и тоже возможно стейдж 2. Все возможно, да. Все возможно, как говорится. Спасибо за насадки, они сюда прям отлично влетели. Это сотые черные насадки, посмотрите. Если кто будет приезжать со своими материалами, берите для купят такие. И в целом самый надежный блок управления, сама заслонка. Все это с гарантией мы сделали. Да, от себя хочу немного добавить. Огромное спасибо компании «Ультра Выхлоп» за то, что очень скрупулезно подходят к каждому. Ну, не скажу за всех, по крайней мере, скажу за себя точно. Абсолютная клиентная ориентированность, подход к автомобилю как к своему. С 10 до 7 вечера мы поднялись, я себе отстоял всю поясницу, просто додельно. Всем рекомендую эту компанию, приезжайте, не пожалеете. Дим, спасибо. Удовольствие от звука выхлопа. Спасибо. Наслаждение от тачки. Спасибо большое. Ребят, если хотите также, особенно если у вас купить, знаете, куда обращаться. Игорь, ультравыхлоп на связи.
Oh.